Сегодня, например, можно было видеть слезы прямо на глазах ветеранов, потому что настолько проникновенно, настолько душевно была поставлена концертная программа, что действительно, ну просто вот трепетно люди отнеслись к этому. Артисты прямо настоящие у нас отсюда выходят. Они все по ростам красивые, все костюмы очень понравились мне. Молодежь настолько у нас способной на все. Я обалдела даже.